Он приехал в институт МВД. Перед началом встречи главе региона провели экскурсию на конкретных примерах. Губернатору продемонстрировали, как оттачивается мастерство. Вениамину Кондратьеву показали, как правоохранители учат расследовать различные преступления, будь то ограбление квартиры, нападение с применением огнестрельного оружия или наезд на пешехода. Важно понимать, имел ли возможность водитель избежать столкновения или не имел. Вот здесь очень четко зависит, как эксперт квалифицирует. От вас зависит жизнь обычного человека, который, поверьте, однозначно не преступник. Он попал в такую жизненную ситуацию. И вот ваше заключение будет ему приговором. Очень важно, чтобы здесь ребята, которые сейчас на практике в жизни, понимали собственную ответственность за судьбу людей. В Краснодарском крае работают около 2000 участковых. Благодаря работе этих людей полиции в этом году было задержано треть преступников в крае.